Друзья, всем привет. Теперь тут Маша дежурит. А, так они тут все. Маша, Люся, Пуня. Пуня. Что у тебя с глазами, господи? За каждым надо поухаживать, господи. А ты что не имется тебе? Вон, пошли. Коты пошли гулять. Ага. Опа, опа, Люся что-то увидела там. Вот же ж. Да. Интересно тут камеру поставить и стримить. Как они тут ловят рыбу. Ладно, пойдемте, друзья. Пройдемся. Смотрите, какое живописное небо у нас. Тучи или облака, как они. Там какие-то розовые оттенки. Да. Интересно. О, вот он. Маленький возмутитель спокойствия. Кисюня. Распушил свой хвост. Или ты тут чем-то занят? Ёлки-палки, ты чуть не надудонил на кота. Обалдеть. Вот это животный мир. Да, не буду вырезать. А ты будь внимательнее в следующий раз, понял? Кисюня, а то будешь ходить помеченный. Будь здоров. Ты что тут налево-направо? Ну да. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Бежит, бежит кто-то там. А, Маша, Маша, Маня. Маша. Слышите, как щебечут птицы? Воробьи, коты с ума сходят. Смотрят на них. Ну, перья не были замечены. Ну, такой. Ну, ты маленький. Завтра нам полгодика. 7 число. Маша, идешь с нами? Сидит птичек, слушает. Ладно, догоняйте. Коты мои. Пойдемте сходим на берег. Так, друзья, тут у нас продолжает колоситься ноябрьский ячмень. Вот так это выглядит все. 16 градусов тепла на данный момент. Ёлки-палки. Чего же ему не колоситься? Смотрите, какие заросли прям. Ну, тоже пойдет как удобрение. Вот так вот. Так, ладно, закроем дверки, чтобы не сквозило. У нас тут суперзамок. Чик-чик. Закрыли. Пойдем дальше. О, тут и коты подтянулись уже. Рыжий. Маша зевает. Побежал комочек. Кися. Оп, оп. Ага, веточка сейчас моя. Возьмем вот так, оп. Поиграемся чуть-чуть. Он так смешно лапами дрыгает. О, попалась. Машка попалась. Рудик. Рудик. Кисюня. Ох. Вот так вот. Только недовольна харя у него. Маша убежала. Ладно, идем дальше. Чего стал? Он с такой скоростью выскочил только что на берег. Ага, попалась Маша. Ой-ой-ой-ой. Видели фары какие? Да. Ладно. Пусть занимается. Пойдемте туда, пройдемся. Кто-то ездит без глушителя, аж сюда слышно. Ощущение, как будто он один едет. Окна пооткрывай и езди. Так будет понятней для него, что за звук. Ой, о, уже здесь. Энерджайзер. Сейчас где-то минут 5. 5-го. Где-то 16.05.
Один, друзья, заметно становится все короче, короче. Да. Ну, радует тоже тепло. Раньше как-то снега ждали, там, ой, быстрее бы там похолодало. А сейчас фити-мити. Все упирается в деньги. Вот. Чем больше, дольше теплее, тем экономически выгоднее. Скажем так. Вот, смотрите, какие облака. Ух, красивые. Да, супер. Так, мы тут супер водичку пьем. Вот как выглядит закат. Ну, солнце уже далеко за горизонтом. Ну, лучи продолжают цеплять небо. Кисюня пьет, да, наверное, вода какая-то вкусная. Все, друзья, попили мы водички. Ну, как же без дерева. Забираем рыженького. Пойдем в дом. В доме плюс 20, без отопления. Вот и хорошо. Все, Кисюня, пошли. К остальным присоединись, остальные где-то там поотстали. Все, пойдем мы, друзья, до дома, до хаты. Всем, друзья, мира, добра. Остаемся на связи, друзья. Всем тихой ночи. Всем-всем пока.